В этом видео я расскажу, как заработать $65 за 5 минут. Я зарабатываю $13 в минуту. Есть в этой работе один очень существенный нюанс, про который я вам сейчас расскажу. Ну что, получил я вчера уже ночью заявку на Тумтаке. Нужно женщине поднять кондиционер с первого этажа на третий. Минимальный выезд я ей написал $65. И мне не важно, сколько я буду работать. 5 минут, 1 минуту. Это Манхэттен, район называется Челси. Как ни странно, хоть я и живу в Бруклине, большинство работ, которые я выполняю, я их выполняю именно в Манхэттене. Поэтому я уже привык к тому, что как только мне приходит заявка, я прыгаю на метро и еду. Вот она, эта улица, на которой мне предстоит работать. Следующий дом. Сейчас я напишу заказчице, она меня встретит. Мы поднимем кондиционер на третий этаж, и все. Фух, я заработал $65 за 3 минуты. Сейчас я покажу. Вот этот коридор. И вот эта лестница. Раз пролет. Две ступеньки. И вот где лежат мои вещи, лежала коробка. Короче, это кондиционер. Вот такой, видите, как здесь везде. Он вставляется... Где он? Вот он. Вставляется под окно. Весила эта ерунда килограмм, наверное, 40. Ну, это было тяжело, но компенсировалось тем, что это было быстро. Итак, ребята, так как же нам зарабатывать $65 в час, не зная языка, не имея документов? Вот, новоприбывшему человеку в Нью-Йорке, как заработать $65 в час? А очень просто. Нужно всего лишь скачать приложение Тумтак, скачать приложение Yelp. Там куча людей ищет других людей, которые могли бы как-то им помочь, оказать им какие-то услуги. И это может быть абсолютно любая услуга. Повесить какую-то картину, повесить телевизор, перенести какую-то коробку, поднять кондиционер там с первого на третий этаж, как это я сейчас сделал. Поговорим про такую услугу, как хэндимен, да? Я этим занимаюсь, могу про это рассказать. На этом сайте написано, что минимальная цена за эту услугу в Нью-Йорке $45 в час. Или я могу, допустим, мебель собирать тоже за 55, за $60 в час. Могу. Вход в тему легкий. Вы купили шуруповерт, купили пару отверток, плоскогубцы. Все, погнали работать. Зарегистрировались на Тумтак. Все, бабки полетели. $65 в час. Сейчас пролетит этот вертолетик. Поговорим о суровой реальности работы хэндименом, не хэндименом вообще в Америке с помощью площадок Тумтак, Yelp. И почему все это басни, то, что вы слушаете про заработки там $65 в минуту. Чтобы заработать эти $65 за минуту, я получил 4 заявки с Тумтака. За эти 4 заявки я заплатил $60. А из этих 4 заявок я отработал только по 2 и заработал $145. Отнимаем 60, получается $85. Вот это мой реальный доход за 2 дня. Почему так получается? Тумтак, там неограниченное количество заявок. Там просто вы когда смотрите, думаете, эту работу просто не переработать. Я сейчас куплю шуруповерт, я заработаю все деньги здесь. Но это не так. Каждая заявка на Тумтаке стоит денег. Это первое. У меня сейчас, я уже примерно понял, на своих ошибках научился. Я получал заявки по $100, в которых были фейковые номера. То есть у меня списывают $100, и я не могу связаться с человеком. То есть он говорит, мне надо покрасить 7 комнат, вот твой номер. Вот мой номер, звони, но на самом деле этот номер не работает. У меня списал Тумтак $100, я пишу в поддержку, они говорят, чувак, мы тебе дали заявку, все, мы гарантируем только то, что мы списываем деньги. Дальше твои проблемы. Итак, на Тумтаке мы сразу платим Тумтаку, он гарантированно зарабатывает, а мы пытаемся договориться, мы пишем клиенту, надеемся, что он нам ответит. Там мне просто люди не отвечают. Они оставляют заявку и не отвечают ни на телефонные звонки, ни на смски, ни на сообщения в приложении. Как это происходит, я не знаю. Что за идиоты пишут там? Из 4 заявок я отрабатываю 1-2. Что, в принципе, и случилось сегодня. Вчера я потратил на рекламу $60. Выполнил 2 работы, да, из 4 заявок, то есть один человек просто не ответил, одного, очевидно, не устроила цена, потому что они хотели, чтобы я приехал за бесплатно, и еще там им, может быть, доплатил за то, что я у них поработаю. С 2 людьми я договорился,
У одной женщины я вчера снял занавески с окон, это отдельная история, она хотела, говорит, иди, я эти деньги переведу, и не перевела, это еще я чудом ее просто поймал у лифта и все-таки как бы взял у нее кэш, то есть и такое, но это отдельная история. Я выполнил в итоге две работы, одну вчера, одну сегодня, заработал $145 и 60 потратил на рекламу. Ребята, $85 это не за час, это не за минуту, это за два дня, поэтому я могу заработать, ну может быть, $1000 в месяц. У меня была лучшая неделя, когда я каким-то чудом заработал $400. Это произошло благодаря тому, что когда вы регистрируетесь на Yelp, вы получаете бонус, рекламный бонус. То есть вы можете продвигать свою рекламу бесплатно. И вот тогда за эти бесплатные деньги, продвигаясь по этой рекламе, я заработал за неделю $400. Но потом у меня была такая же замечательная неделя, когда я потратил $300 на рекламу, своих реальных долларов из своего кармана, и не получил ни одной заявки. Поэтому я очень хочу, чтобы вы не обманывались, не обольщались. Реально заработать хендименом в Нью-Йорке сейчас, на моем примере, очень трудно. Речь не идет о том, чтобы тут покупать какие-то машины, ходить на яхтах и курить кубинские сигары. Речь идет о том, что вы даже за квартиру заплатить здесь не сможете. Поэтому, возможно, рассмотреть это как какую-то подработку, да, как постоянную работу, с которой вы будете кормить себя и свою семью. Чуваки, реально, вряд ли, не дайте себя обмануть. Те видео, где вам рассказывают, что там, да будешь собирать мебель, $50 в час получать. Чуваки, вы будете собирать мебель, может быть, раз в неделю. Это и то, если повезет, да, если вы договоритесь. А в худшем случае, как у меня часто бывает, то есть вы платите за эти заявки Тумптаку, вы платите за рекламу Елпу, и заявок, ну, вы как бы получаете, да, вы за них платите, но вы не отрабатываете, вы не зарабатываете ничего, вообще ноль. То есть вы уходите в минус. И как бы, если вы готовы работать в минус, то добро пожаловать. Я очень вам рекомендую сайт Тумптак. Вот, вы можете там зарегистрироваться, выбрать все работы, которые только вообще там есть, и ждать, что вам будут насыпать заявки стабильно, и вы будете терять свои бабки. Там некоторые ребятки начали курсы продавать по хендименству. Курсы по хендименству. Вот вам курс, яркий пример. $65 за минуту или $85 за два дня.